Тому чоловікові у свої 65 Микола Дмитрович, поважний викладач в інституті, раз два три. Та дуже турботливий сім'янин. От тільки нещодавно чоловік зрозумів, що справжніх авантюр в його щасливому житті було не так вже й багато. Попробуй, може стану к 70-летию опереточным певцом и танцором. Танцевать умею, спою. И с бабушкой на золотую свадьбу сделаю оперету, поставим на двоих внуков всех, 9 человек, подключим. Почему? Всем можно, а нам что, нельзя? Можно ж, можно. Лепи так, вот так, раз, о. Талант. Есть же талант, а почему бы не показать? И вот мужа моего талант, 65 лет. Ну почему бы? Молодых смотрят, ну пусть посмотрят и на таких, как мы, правильно? Николай. Очень приятно. Это самая основная за 43 года моя группа поддержки. Ой, это нет. Замечательно. А вам больше никто не нужен, знаете? Так, а мы так и решили. Вот. Ну, тут напросился. Ну. Дедуля, я с тобой, если будешь танцевать со мной. Будешь танцевать, Коля? Ну, ладно, потом разберемся. Я вам сейчас предлагаю получить удовольствие, людям принести радость. Спасибо. И пускай будет что-то, как вы хотите, в конце концов. Договорились? Да, конечно, конечно. Прошу вас. Можно, да? Да. Удачи тебе, дорогой, удачи. Ой, трогательно. Добрый день. Здравствуйте, как вас зовут? Николай Троян, Полтава. А сколько вам лет, если не секрет? Не секрет. 1 мая исполнилось 65. 65 лет? Да. Ну, это весьма уважительный возраст, но XNS Factor видала людей постарше. Я видел их. В прошлом сезоне молодцы. Владимир Куликов, 71 молодцы. Год. Он мне понравился. В моей категории. Это он вас вдохновил на то, чтобы прийти к нам? И, честно, супруга там стоит. А, за вас болеет ваша жена? Да, и внук. И дома 6 внучек. И вчера родилась правнучка. И мы вас поздравляем с этим. А я надзвичайно люблю бачити на X-Factor щасливі родини. Спасибо. Спасибо большое всем вам. Что вы будете петь? Сегодня я спою песню Баба Джанайна «Королева красоты». Чудова песня, давайте. Пожалуйста. Это о вас песня. Нет, не обо мне, а мне. Вам. Я ж не красавица. И вам, и о вас. Здрасте. Никому такого не говорите. По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь. Родненький мой. Я иду к тебе навстречу, я несу тебе цветы. Как единственной на свете королеве красоты. С тобою связан навеки я. Ты жизнь и счастье, любовь моя. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты милее всех на свете королева красоты. Давай потанцуем. Бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Потоки солнечного света, у киоска ты стоишь. Я иду к тебе навстречу, я несу тебе цветы. Как единственной на свете королеве красоты. Yeah.
большое. Спасибо. Спасибо еще. Много есть чего сказать, но зачем? Да. Я кажу иначе, я кажу так. Благодарю. Я тоже скажу по-другому. Я скажу «Yes». Спасибо. Рида, он проходит дальше. Yes. Конечно, да. Спасибо, Сережа. 4 там. Ура! Спасибо большое. Спасибо, дружине, скажите. Давайте я ее обниму. Она мне целовала, то я ей поцелую зараз. Целуйте. До побачення. Еще раз вас с рождением правнучки. Спасибо. Как приятно, вы не представляете себе. Просто море удовольствия. Молодец, красавица. Море удовольствия. 4 дамы. Боже мой, умнички. А так приятно было, знаете, когда вы только вышли на сцену, а ваша жена говорит, миленький мой, любимый мой. Боже мой, это так трогательно было. Вы не представляете себе, как это важно через 43 года сказать, миленький мой, любимый мой. Вот таких жен надо, чтобы такие жены были. И такие мужья, очевидно. Вы просто стоите друг друга.